Майские праздники в Геническом районе полиции будут помогать казаки войска Запорожского. Для обеспечения безопасности во время майских праздников на территории Генического района Херсонской области выставили 21 дополнительный патрульный пост, рассказал глава Генической районной госадминистрации Александр Воробьев. 17 из них – пеших патрулей в составе национальной полиции, нацгвардии, батальона Херсон, полка АЗОВ, а также представителей общественных организаций. И занимаемся патрулированием в охрану общественного порядка в городе Геническе. Также наше войско Запорожское считает не только в городе Геническое патрулирование, и в ряде населенных пунктов района. Патрулирование будем осуществлять на все майские праздники, во время проведения всех майских праздников и по мере возможности работы с полицией и в будничные дни в городе Геническе.